пол 10 приказ там в череп. Рановато. Зита, ты на Луне. Приказ там в череп. Отводим, а уешим назад отводим. Ну что вы не уешите тогда? Череп устана даем в обязательном порядке. Ты не поверишь, что упал. 3, 2, 1. Прыжка. Слишком легко. Молоток или дагер? Нет, прыжка. Прыжка. Ну, она бесполезная. До тех пор, пока я в рейде, дагеры и молотки не будут падать. Да ладно. Да, мне аура. Плюс сейчас кому крышка. Гизнуть ее. Касс, тебе на продажу? Да, давай на мне на продажу. 3, 2, 1, запуливай скелет. Разводим их. Разводим. Сейчас надо будет запулить звездочку. Все, можешь меня, в принципе, кидать. У меня слотов много. Они шаманские. Плюс чат кому надо. Из Арен. Два клита. Запуливай. Станы обязательно выдать ему. 12 голды тебе на продажу. Окей. Из Арен. Ну, окей, в следующий раз из Арен чуть активнее. Отправляю заряд. А, окей. Пол 10. Прекрасно в череп. Погнали. Они станут. Главное разведить. Так, Изарен умер. Изарен, тут надо быть аккуратным. Меня выкинуло, не могу зайти. Все уешит. Резьте народ. Огонь сказал, его выкинуло, он не может зайти. Потому что у нас бой, скорее всего, или что он не может зайти. Огонь тебя просто в игру не пускает? Вот сейчас захожу, да, не пускал. У нас тут просто файт. Так, ты где? Вроде с нами. Что-то во время файта какой-то дисконнект был. Зарен, тресните, пожалуйста. Зарен вот там лежит, кликаю на карте. Тресните, отлично. Погнали.
Зарен, на этих паках надо ставить тремор. Желательно поближе. Рясти на рад. А колхозита телепорт куда-то сделал? Все, ты сделал квест? Да, сделаем. Окей. Отлично. Наконец-то у нас у колхоза будет, блядь, Т3. Ура! На самом деле ура, потому что его хотя бы на конях не будет пробивать так сильно. Относительно, конечно, но все равно. Сегодня у нас всего 3 приста, это плохо, конечно. 10 приказ там в череп. Назад отходим. БТВ я только что выучил эти рецепты на Frost Resist. Кожу и мыло. Если что, спрашивайте. Окей. Подсос. Максаль. Побежит, побежит. Подсосы. Кто у нас туда опять забежал? Видимо, мой пэт. А ты с пэтом здесь играешь? Как охуенно. Играть с пэтом там, где у тебя есть фир. И паки дополнительные. Я сказал, видим, я не уверен в этом. Это твой пэт был. Потому вот что мобы, когда убили пэта, побежали на тебя. Ну, вот вы просто посмотрите, вот он лежит, черепочек-то наш. Ну да, да, тогда мой пэт. Сейчас вот уберу. Вот эти все смерти, это сейчас твоя вина. Ох уж эти ханты просто. А давайте его пета на шашлык пустим. Давай. Да ради бога. Резаем народ, давайте быстрее. Тул пришел, да, кстати. А на замену у нас тогда садится... Нет, стоп, Пханаману тут... А, ну тут у нас колхоз Энерджи есть, которому ножик нужен точно с этого босса. Каз, давай я сяду. Давай ты садись на замену, без проблем. Главное, чтобы у тебя варлоки знали, что делать. А кто тут не знает, что делать? Я в другом... Я психолог. Или кто там в рейде остался? Корти, прикидай. Ну и все, вот и все. Все, наставление на весь рейд. Ага. Благословил, что ли? Ордер, дай апельсина. Усерднее жмите Shadow Bolt. Спасибо. Так, все, заинвайтил Тула, ждем Тула, суммоним его сразу. Тул в Наксе? Да, Тул в Наксе, суммоните.
сразу его быстренько баффайте паладина, и мы пул 10 прописываем. Пул 10. Fools! You think yourselves triumphant? You have only taken one step closer to the abyss. Крестик. Давай, ставь иди уже метки. Ханты, трапы. Маги, первая, вторая группа, два шамана. Запрой. Без интеллекта. Гудочка хил. Сорян, гудочка, меня все спойл. Рез гудочка, запуливай следующий. Можно запулить патруль. Чиста купол. Чиста купол. Желающие есть? Какой чиста купол? Два крита. О-о-о. Где он? Я, например, его не вижу. Ага. Есть желающие? Запуливай сейчас череп. И по гном зачем он тебе? Крит? Да, это варовский. Понял. Че, вары у нас все с чистаками этими? Окей, значит, кто из разбойников, кроме ОПГ, еще гнома хочет? Мне кажется, даже... Если кто не хочет, пускай ОПГ гном берет. Мне кажется, что-то. Даже ты один лучше, чем это дерьмо. Ну, пускай берут, если они прям так хотят. Ну, у нас просто никто не хочет из баров, поэтому чего нет. Запулю следующий пак. Патруль подошел из трех. Бис на миле ханта. На миле ханта. Ну, вообще смех смехом, но да. Ну да. Я же не спорю же. А тут разве бис... Ой, говорю, тут разве миле ханты есть? Есть. Ну, типа есть. Но это к сожалению. Такая... Ну, это извращение, по-моему. Да, говорит. Это извращение. Полное извращение. Билд на контратаках. Это, блядь, я ебал. Ну, не заря же аспект волка добавить. Да. Я его передам после. Койнуло. Ван, живи. Бежит. Все, спускаемся вниз. Блять, вы лошади уронили на этого пацана, где чисто? Бывает. А спульте бодипулом кто-нибудь? Лично. Бежит.
отлично. Чпоки, давай на позицию. Сильва на позицию. А мы не сможем убить без этой порнографии? Нет, без этой порнографии это очень тяжело. Всем надо пробивать без ШПП в обязательном порядке. Они не огонь у нас так вот, я ебал. Да. Сильва после моего пула. Да-да, я пульсю. Можешь уже, в принципе, запуливать на ханте с вами. Так, ОПГ гном, похоже, ты без чистака останешься. Да там, не блядь, страшно. Настолько ладно. Охуенно большие модельки у этих лошадей. Отпускай. Не, забей, они никак не согрятся. Да, не выйдет. Мы слишком быстро убиваем их. Патруль уже доходит до сюда, типа. Если бы мы долго убивали, тогда бы да. Они, типа, возвращаться успевают. Апельсины. А я не помню, ставили апельсины или нет. Я дал, вначале ставил. Я уже дал тоже. Окей. Ватейн, а что у нас там с это с этим? С престом-то? Да иди ты, мастер Лут. Я прокликал. С каким престом? С каким именно, точнее? Ой, который сгорел. Ну, если прям необходимо, он зайдет, конечно. Не, у него просто работа сейчас много. Угу. Я просто думал, все. Что он все уже ливнул. Надо камеру заводить в этот. Да. В мобов и прощупывать. Тогда работает. Вот видишь, он сейчас настакал на нас 8 стаков. Это очень много. А если бы тут 3, тут и 12, и более стаков, и это, блядь, просто охереваешь. Приготовились. 3, 2, 1, бодипулин. Осторожно, встаньте. Теперь идем по правой стороне. Смысл слева направо бегать, блядь. Не, просто если ты вот этот пак не убиваешь, ты можешь его случайно запулить. Найдется какой-нибудь такой уникум. 100%. Просто владелец проверено. Шашлыка? Что? Я говорю, уникум владелец шашлыка. Шашлык. Хочу шашлык. Я завтра буду шашлыки есть. У меня шашлычек прям под боком. Но мысль хорошая. Супер. Батейн, стекайся. Павло, сейчас надо будет это... поэмкашить. Так, вот он там у нас кого хилил кренделя? Сейчас вместо кренделя хилит Изарен. Я хилил кренделя, о чем ты? А, я теперь взлетал. В смысле? Ваня. Стояло, что я на кренделе. Не было. Я на кренделе был. Ватейн был на кренделе. Зубы не пострадал. А луны тут не будет? Что? Луны здесь, да, не будет. Здесь только квадрат, крест, луна. Сорян. Я промахнулся кнопкой. И звездочка. Приготовились. Ватейн, ты спекнулся. Все хилы, пожалуйста, встали вот сюда, вот в трусики. Хилы. Можно нам? Надеюсь, что не будет тут никаких залетных. Павла Войс есть, да? Павла? Да, у него есть. Да, я тут. Приготовились. Сейчас будет
пул. Подождите, кого мне контролить? Метки. А, крест, звезду Ватейн, ты квадрат Луну. Ага. И встань в Ватейн. Да, в Ватейн. Пул пошел. Нормально ставим? Да, тебя хилить можно. Так, давай, забирай. Собрал. Автоатаки дает? Да, это просто баг анимации. Так, собирай. Сейчас, сейчас, стой, стой, жди. Забрал. Я готов Луну собирать. Так, а что у нас Павла пиздит? Заведите так, у нас хилы живы. А, заведи его дальше, дальше, дальше в угол. Будочку. Будочку поплевать. Чем ты мою метку забрал? А чья это метка? Будочка? Нет, это моя. Звездочка моя. Лаг. Да, лагает. Так, сейчас запирай. Забрал. А, у вас там все нормально, да? У нас просто встало. Да, просто встало все. Опять они, походу... Нет, отвисло. Нет, нет, нет. А, все, отвисло, да. Не спеши, не забирай пока, я скажу. Контроль. Вишу. Давай, забирай. Все еще вишу. Все нормально, отвисло. Если что, я могу под ШВ потанковать. Забрал? Так, сейчас, сейчас. Собрал. Павло, тебя не может... Ну ладно, забейте, добиваем просто. Вы платишь говно и говно на паладин, хантер, шаман, друид. Полтора капинга, блять. Что? Полтора капинга, а до сих пор я хуй знает. 593, да просто потому что они там что-то опять сделали хуёвое. Забей. А ты ешь ГЦ Ватейн? Да, ГЦ Ватейн. Жду команды. Сейчас, подожди, посмотрю, кто там у нас по паладинам, хантам, шаманам. Шаманам у нас только из Арен есть, да? Или Энтропик? Кто-то у нас пришел. Энтропика нету из Арен. Из Арен ты квест сделал, ты его взял хотя бы. Сделал все из Арен, получил. Желающие, ну, есть? Ну, типа в теории, да. По факту, хз. Кто-то хочет. ПВПшный на гастера. Да. По факту, горную жопу. Ватейн? Ватейн? Нет, все нормально. А, у тебя есть. Окей, давай Павла, просто потому что он ШП. Ему это будет поинтересней. Чем то, что у него есть сейчас. Так у меня снег, он вроде... Ну, а тут 10 пенетрейшена. Там на 4 НТ больше. Ну, ну ладно, наверное, пенетрейшн. Значит, пускай ролик. Пул пошел. Череп беру я, отвожу в комнату с боссом. Тортик, медсестра из Арен, прошу ваши роллы в чат. Я пацану по телефону разговариваю. Тортик из Арен, переролки дайте. Дверь звонит.
Хорошо, крутик. Так, у нас там отпалился Ван. Ван, ты тут? Диски? У меня коннектинг долгий был, сейчас смог подключиться. Окей, сейчас зайду. Лидера мне можешь отдавать уже как зайти. Да, сейчас загружусь, сразу отдам. Ждем череп, крест. Смысла пока ничего другого пулить нету. Чпакел не надо. Бля. Смотрю, бафы 3 карты. Все, отлично. Диспел. Какой-то смысл был ждать? Может, я неправильно сделал? Да, если спулится вот этот пак, то мы, скорее всего, трупы, потому что там два посоха. Два посоха — это всегда опасно. Там очень много уе. Они были далеко, есть фаги. Не, мы во время файта можем спулить жопой. Ты же знаешь нас, мы те еще. Так, блядь, надо отходить тогда. Приведем все, что надо. Давайте мы делаем. Вот видишь? Ого. Ого, не правда? Тортик, ты зачем пиздишь крест? Можешь объяснить? У нас есть новые кастеры? Нет, новых кастеров нет. На дис? Ну да. Вентуру 6 голды. Не-не, на дис. Кони идут, ждем коней. Странно, что-то пинг не уменьшается, но при этом особого дискомфорта не чувствую. Такая ширина, как было, полторашка так и осталась. Типа 600, но при этом пинг вроде норм, ну, по ощущениям. Угу. Приготовились. За пуль хантом. Купа, два ханта, два койла словили. Ну, правильно. Это вот хорошо. Не спорю, отлично, я согласен. Я поэтому и прошу пулить кого-то там бодипулом или специально запулил. Приготовились, идем. Крутится, отошли. На живом остается у нас три паладина, три приста и, наверное, два паладина еще сверху.
Промоуты раздай просто. Промоуты уже розданы. Так. Давайте тогда тут останется... Давайте Люрк, он плюс Дукалис остается. Кастеры все остаются здесь, ханты остаются... Не, а можешь мне на жену мертвую вообще? Окей, тогда здесь остается Дукалис плюс Рикардо. Люксбург на мертвую сторону, пожалуйста. Ханты, которые остаются на живой. Это Чпоки и Сильва, Экзифар, Дедсайд. Ханты, ой, ханты, шаманы все на мертвую сторону вперед, как обычно, ничего не поменялось у вас. Неона, давай на мертвую сторону. Это не там, где здесь. Зита, ты танчишь на мертвой стороне вместе с Кагером. Живая сторона пропить ГШПП. Мертвая ГАП. Аркан куда? Кто у нас из хилов не определен куда-либо? Есть такие? Экзифар Андед. Так, окей. Ради чек, что все готовы, все знают, что делать. Нет плеер-вка, запускаю бой. Стойте. Что такое? Лапку винту, тул. Пожалуйста, Неона, ты у нас один друид. Бафы шамана. И маги. Бафните шамана, первую группу. А мы видим на нем интеллект. Если он заканчивается, снимайте, пожалуйста. Старт. Корнили, дай мне корешки, а тут 3 минуты осталось. По очередности, не забываем. You have fought hard to invade the realm of the Harvester. Now, there is only one way out. To walk the lonely path. Слева направо убиваем. Лево, центр, право. Что-то на живом как-то мало. Ну, потому что все кастеры здесь. Кастеров просто мало, поэтому мы хантов дополнительно добавим. Первый дознает. Убиваем обоих. Второго дознает надо бить, потом мелочь. Мелочь. Второй дознает, убиваем. Зачем вы убиваете центр? У вас Дезнайт. Дезнайт в приоритете. Алло, кастеры. Я нашел забавный баг этого Дона. Потом Ваня. Второй Дезнайт и убиваем опять-таки. Нет, да, убиваем вот этого и сразу начинаем убивать Райдера. Райдер, переключились. Убить Райдера, потом Дезнайта. Дезнайта добить. Потом переключаемся в мелочь. Не, не в мелочь, в следующих Дезнайтов. После этого начинаем контроль. Контроль. Нет, сказали, следующего. Сказали следующего. Нет. Райдера убиваем.
Райдера убиваем быстрее. Сбил. Да знаете. Начинаем контролить. Ромб выше. Мелочь добить. Райдер. Дезнайтер. Сначала райдера, потом дезнайтер. Второго дезнайтера контролим правого. Левого убиваем. Райдер и дезнайтер. Сначала райдера, потом дезнайтер. Третьего дезнайтер контролем, который правый. Я встану. Квадрат бегает. Все, отлично. Все, пятого дезнайтера не будет. Все, мы справились. Квадрат реконтрол. Давай, контроль, квадрат. Прист, контроль, квадрат. Кто контролит квадрат? Стоки мой. Медсестра вроде квадрат. Все, теперь можем убить этот квадрат. Погнали убивать. Кого? Мелочь. Уже мертв. Опять эти же ботинки выпали. Друид у нас есть. У него есть ботинки. Cease this foolish venture at once. Turn away while you still can. Него на ГЦ с ботинками. Выпали хорошие наручи. Бисно, да. Кастерские опять, да? Да. В смысле опять, у нас в прошлый раз... Я имею в виду, кастерский лут падает. Нет. По плану. Так, ботинки ГЦ Неона? Да, ГЦ Неона. Perhaps they will come to their senses. Как я в тебе это? And run away as fast as they can. I've heard about enough of your sniveling. Shut your fly trap before I shut it for you. Вижу, что кого-то на успех. Алло, токсик, токсик мой, Тортик, Ферриган, это бисовые наручи для вас. Они с критом. У Тортика, судя по всему, есть, у Ферригана не знаю. У Ферригана Рфиль. Всем привет. А, танки о, есть? Отлично. Танки у вас есть, Кагер, кто-то на череп сейчас встаньте, гудочек встань на череп, кто меня хилил, теперь сидит на черепе, на гудочке, я пока занимаюсь таблицей. Дохлый подошел, пол. Я знаю, там много кто подошел, и колхоз подошел, колхоз, иди обменивай свои шмотки сейчас же, и идешь танчить коней. Заходить в игру можно там онлайн? Да, заходить в игру можно, тебя тряпнуло по камню. Я не знаю, где твой камень. А, психолог 100, Ферриган 100, Ватейн на успех касается. Ватейн, давай пока придержишь. Потому что ну, он тебе объективно сейчас нафиг. Психолог, Ферриган, поднимайте цену, иначе косарь я поставлю. Психолог, ставишь 300 и просто забираешь, потому что у Ферригана 271 ДКП. Пусть он возьмет. Стоп, вот мне 271. Я показываю 271. Потому что забыл мне 2 косаря вернуть, как я. Бля, точно. Сорян. Косяк. Ну, блядь, меня вчера дергали с этой херней-то. Уже не в первый раз. Ну, бывает, да, сейчас. Можно пулить.
Поэтому Фариган давай, это как оставь, у тебя ДКП есть. Психолог написал, уступаю, сколько там? Ну, блядь, за сотку, но это на пизде. Не, дальше заведите патруль, иди. Вот эти тортики. Тортику, а причем здесь тортик? А, у тортика написал, у него 0. А, ну, не, он вчера в это, он поезд вчера взял, пиздатый, все. Ну, нету ДКП, значит, отдыхает. Торгуйтесь те, у кого есть ДКП. Фариган, психолог, давайте, блядь. Вы сейчас, блядь, доиграетесь, это я реально, я с Ватейном, это, я себе нахуй на пинка буду брать. Быстро проходим все. А Ватейн себе на офспек. Так, 300, Фариган, давай, 300, пас, поднимай. Пас, пас. Пас? Ебать. Ватейн, что, будешь это разгонять? Отбирать у этих? Не-не, нищеброд. Он же костарь поставил, его осадили. Психолог забирает. Блядь, нищеброды. Не нищеброды, это, блядь, люди просто, которые тратятся не на совсем бисовые шмотки, либо просто непонятно на что копили. Это как Ген вчера. Как я в плагах, все нормально. Отлично, обменю свои тир-3 шмотки, которые в тебя закинули, и будешь сейчас танчить. У тебя там их 4 штуки. А кто-нибудь в плагах есть, банкой? Слышишь, Каст? А, кстати, Дон Ферми, у тебя есть бан? Нет. Ну что, буду мне. Ну, значит, скорее всего, никого нет. Ну, до Андера придется деть. Там у Феникса новый игрок, знаешь, какой у него ник в Дискорде? Давай. Иван Гаскул. Блять. Нормально. Ну, Кастабраду, мне опять на Егорчика? Да, тебе опять на Егорчика. Блядский. Я там да. Сейчас так, Костеллом, Гудочек, Зита, Селедка у нас есть, Крендель, Вандархан, Колхоз, Платимит у нас есть, Владимир, ты сейчас танчишь. Тула, Авдошка, Пиги, Люксбург у нас есть, Ватейн, Дукалис, Рикардо, Медсестра у нас есть, Дохлого у нас нет. Владимир танчит, да? Да, Владимир сейчас танчит, они. Дохлого, я знаю, сейчас нам нужно просто место. Кто у нас тут? Самый бесполезный. Пахономан. Замена на этого босса. Дохлый. Плюсую. Выйди просто в офлайн. Из рейда и офлайн. Да, из рейда я уже кикнул. Главное в офлайн уйти. Заходить только по команде. Еще горгульи пролетят, можно бежать. Нам мобов надо будет пропылесосить. Так, дохлый тут, камезат тут, гномодавка тут. Хрен сейчас зайдет. Окей. Сейчас будем делать группы на... ДПС. Курочки, но у нас сегодня нету. Поставите стрим? Дочек, запусти, пожалуйста. Ёбаный в рот. Этого казино. Аспектов. Я, блядь, паладином в Агримаре. Что ты там делаешь? Ну, тэпаси камнем. Бабл КС. Чужой среди своих. Каста на почту эти осколки-то можно? Какие осколки? Ну, как у них? Плей-то нету. Блять, ладно, сейчас. Главное вовремя вспомнить. Бля, главное реально вовремя сказать. Сколько у нас есть? Как-то там. Ну, 10 все. Точно есть. Хорошо. Я могу бедаться за это на блюдо? Сколько минут? Надо. Реферал обис. Ну, у Кренделя есть у тебя какие-то? А ты про что? Про штаны? Штаны у Кренделя есть. Ну, а другие будут и забирают? Их никто не берет, разве что если вары захотят кто-то. Я спрашиваю за другие. Спрашиваю у варов, я тебе не могу ничего сказать. Если тебе нужно на друида, то главное, чтобы у тебя друид тут был. Так, быстренько можно было. Не бафайте пока. Да, сейчас пока не бафайте. 10 минут, кто хочет посейвить бафы, в логаут уходить. Сколько тебе надо скрапов? Так, что у меня есть-то из токена? Секунду. Ты у нас спрашиваешь? Нет, я сам с собой. У тебя есть из токенов плечи, у тебя есть из токенов пояс, штаны и тапки. Так, на штаны 20 скрапов. Плечи 12, это 32. Тапки 12, это 44.
Поезд 8. Поезд 8 это 52. 52. Отправил. Надеюсь, теперь тебя не будет так сильно пробивать. Советую даже тебе взять крышку от унитаза, потому что там арбора сильно больше. И спектриться в Дипрота в обязательном порядке с импровнутым таунтом. Каст, нам Сатурн нужен? Ну, если дохлый нормально бегал, я думаю, нет. Понял. Типа, чтобы мне, допустим, сейчас не заходить, если он там рядом приготовленный. Да я хз на самом деле на этот счет. Ну, типа... Ну, давайте так пока. Да, если вдруг что-то не будем справляться туда-сюда, мы заменим кого-нибудь. Просто сейчас у нас тут и по ДПСу довольно сильно просели мы. Так, кукуруз, реклузер, психолог и гномодавка на гномодавке пошел. Окей, без проблем. А, Сильву плюс сюда мы запихиваем. У нас из ДПСа остается кто? Дедал, рекрут, геймченджер, да? Плюс у нас еще там Маленкор и колхоз Энерджи у нас еще есть. Так, колхоз Энерджи у нас есть. Потом, кто у нас тут еще стоит? Гриндель. Ну, Гриндель танк, это понятно. Геймченджер, Маринкор. Килл у нас еще есть. Килл. А дальше кто у нас есть? ПГ-гном у нас есть. Дальше кто у нас есть? Вейн у нас есть. Дальше кто у нас есть? Плодимит, Зита, Кагрина, Квандархан. Вроде всех занес. Сейчас сделаю группы. Здрасте. Что у вас тут? Если что, выпал чистак с военного квартала, и он ушел Роге, потому что у всех варах он есть. Ну, хорошо. Что у вас по этому? У нас сейчас кони. Не нужен? Пока нет. Пока вроде все. Что тогда, я, если что, под этим свести. Под данным сижу. Да, без проблем. Если что, кастерский лут вроде как падает. Фаст, заходи на БГ пока. А, нам нужен слот. Понятно, колхоз Энерджи на замену. Потому что мы берем танка. Какое-то говно у нас, конечно, получается группы. Ну, да хуй бы с ним. Так, а кто у меня там в первой группе стоит? Это Чпоки. Чпоки сюда надо закинуть. И... Там, кстати, поздно, но уже отписался Беннис, что типа сегодня не будет. И Халфорд отписался. Ну, Халфорд, я и так понял, что сегодня его не будет. А Беннис, ну, хуёво. Ну, они все писали Халфорду, потом сказали, что типа его нет. Он, типа, ну, недоступен, и потом уже отписались. А, нет, я уже в Дискорде для чего отписываться? Ну, я сейчас просмотрю. Не умер. Короче, рассказываю забавный вот этот баг. Mm-hmm. Если брать в таргет тотем шамановский, то он будет бесконечно хилить, и так можно накручивать количество флешек. А он будет хилить тотем? Да, он будет бесконечно хилить тотем.
тотем же иммунен к хилу. Ну, ты же не будешь засчитываться, да? Нет, будет она засчитываться. Я же потратил ману на нее. Нет, как эффективный хил, он не будет засчитываться. Да не пизду мне эффективный хил. Я за количество флешек говорю. Ой, так ты, блядь, извиняюсь. Ты когда логи смотришь, ты всегда смотришь эффективный хил. И на количество флешек тоже. Ты че? Ой, я тебя умоляю. Всегда смотрят на эффективный хил. Насколько ты чувствуешь файт. Ну, понятное дело, но и на количество флешек тоже. Количество. Блядь. Заебались своим эхом, дайте ему сказать. Ну, количество флешек 200, вот, эффективный хил 0, кайф, блядь. Ну, если что, меня из думов кикнули именно из-за того, что я мало жил на паладине том. Они посмотрели, типа, на топового, сказали, у тебя же много говна, конечно, да, поэтому ты на дне, но и кнопок ты в два раза меньше нажал. Каст, вторая группа будет без ханта, да? Тяжко им будет, наверное, бегать. Ну, тут либо выбор, что Занца у тебя, есть. 20 у тебя как бы есть кастеры, которые точно не добегут, и есть воин, у которого есть, ну, во всяком случае, должен быть интервейн изучен книжечкой. Два разбойника и мага. Две штуки, которые могут на блинках это все делать. Поэтому я не думаю, что так все плохо будет. Хорошо, как хочешь. Ну, блядь, у нас просто три ханта, ну, блядь, ну, серьезно. Вот три группы, я не знаю, как ты хочешь что сделать. А посмотри количество участников первой группы и количество хантов. Ну, да. Тут ну, просто ладно, никак я просто спросил, если так, ну, нормально вам будет. То... Все, да, смотрим этот Google Doc документ, смотрим группы и отписываемся в случае, если вы там не указаны. В обязательном порядке, сейчас. Заходим. Вопрос. Давай. Вторая группа с мангрейна начинает, да? Давно я просто не был. Вторая группа начинает с сейф-зоны. Третья группа может начать с мангрейна. Потом наоборот. Бежать в сейф-зону. Нет. Нет, не наоборот. Третья группа начинает с мангрейна, вторая с сейф-зоны. Вторая группа из сейф-зоны, потому что она сменяет нас первую. Окей, я понял. Кагера нету в таблице. Кагер, ты указан. Отмена Владимир с ДПС. Я ДПСу, да? Да, я забыл, что у нас Кагер появился. Тебя ж тогда не было, Кагер. Неона говорит, неона нет в таблице. Неона нет в таблице. О, неону можно было заменить, окей. В прошлый раз жаловались, что у нас нет хила в одной из пачек неона. Сейчас будешь бегать вместе с первой группой. Ребята, а ты за Рена вопрос. Вот я в длинном этом списке, это мне значит в сейф-зоне находиться, я правильно понял? Нет. Это просто... А, у нас еще и за Рен, да? Угу. Если так, я лишний, я уступлю. Хилов у нас много. Просто, блядь, ни один из них не бегал, поэтому нет, ты точно бегаешь. Okay. Пусть шаманы учатся, там шаманы уже. Костяк. Давай не сегодня точно. Изарен у нас. Окей, Изарен, тогда ты типа стоишь во второй пачке и бегаешь вместе с Тортиком, Ферриганом, Изареном и Вейном. В обязательном порядке, когда ты бегаешь на нижнюю, ну, на Тана Кортаза, ты подходишь прям моделька в модельку, в босса, в танка, и там хилишь, стоишь, там пытаешься что-то подпсить, не знаю, там поставить тотем какой-то. 1, 2, 3. Перепить всем фласки, потому что уже все заканчиваются. Вот 71 минута. Там один маг, что ли, сегодня? Два мага, Тортик, Ферриган. И Токсик, но сейчас Егорчик за место Токсика. Прям как старые добрые. В обязательном порядке поменяйте себе билды танки, кто танчит нижних. И переоденьтесь. А когда я на замену иду? Залагала? Инта, пятая группа, плиз.
главное, чтобы не залагало на танкование. В общем, я могу всегда уйти на замену. Ну, если да, я... Рикардо, сейчас уйдешь на замену после этого босса, если захочешь. Охуеть. А мне можно на замену? Стоит просто захотеть. Кому нужны руны? И все получится, да. Да-да. Есть еще желающие по рунам? Дохлый, да, 3-4 группа. Егорчик, 7 по 5 баф. Кулак еще там. Да. Буточек тебе руны нужны? А, понял. Я бафу МП5 и кулак по рогам. Так, сейчас я поменяю билку. Дохлый, что-то совсем дохлый. Ладно, патруль нарвался, наверное. Наверное. Можно было не нарываться. Fools! You think yourselves triumphant? You have only taken one step closer to the abyss. Лапку ребаф. Рекрут, ты снимайся, там мало осталось. Сколько повторять можно? 5 минут было. Так с ним, мы же не видим. Мы же видим, что на тебе баф висит. А, ага. Это у паладинов полипауэр, там прям конкретно тикают цифры. У меня такого нету с цифрами. Ну что? Блять. Что у нас с колхозом? Я добегаю. И Кристовский на шадов обновите, пожалуйста. Да. Да, он тебе особо здесь не нужен, конечно, но пускай будет обновлен, да. Тула ФК 5 минут. Ну, ё-моё, ну ладно, ничего страшного, как раз у нас откатится. Где Зита? Бафа сейвит. А мы логаут раз 5 минут ждем Тула? Да. Можно не логаут, на самом деле. Уже должны бафнуться просто. Можно логаут, а? Ну, 5 минут, алло. Ну да. Еда по 10 минут висит. Ты уже поел? Уже поел. А зачем ты поел? Вкусно поел. Угу. Спасибо. У нас в 5-й группе 2 ханта. Это задумано, да, так? Конечно. Ты не любишь хантов? Нет, так не задумано. Нет, у нас. Дай Заренко. Под скорость дать, что там, может, 4-ю пати, я не знаю. Там, или нет, куда. Я уже сделал. Вот так вот тут должно быть. Спасибо, что увидел. Протекты выпить сразу. Протекты выбить, дай порядки надо выпить. Изарен, механику знаешь тут меток? Окей. Прибавните инту. Маги, сейчас баф, поэтому бафает любой доступный. Надо бафнуть Павла, 8-я группа. Давайте, не тупим. Паладинские бафы надо будет обновить перед пулом в обязательном порядке всем. Психолог, ты про что? Про 4 шмотки? Колхоза, наверное. А, в это? Ну да. Колхоз-пылесос. Чего? Когда последний раз что-то лутал? Ну, все же поработали над ошибками с прошлого раза. Я очень надеюсь, что все поработали над ошибками с прошлого раза. Я фул все прочитал и всем согласен. Будем стараться.
Колхоз, а у тебя есть реально этот горшок от унитаза? Может, с ним? Нету. А, понял. Давай. Обязательно тебе надо дать. Просто на нем реально больше и блока, и армора. Ну, просто 1000 армора ты теряешь вот здесь. Надеемся на патч Верга. Что? На патч Верга надеемся. Ну, если что, вот когда ты не пришел в воскресенье, там упал бисовый тебе щит, и теперь с ним ходит кагер, которому не особо хотел его брать. Не, это тут... Колхоз про пачерка говорит, а ты про курицу, наверное, нет? Да, я про курицу говорю. Но он тогда не пришел в воскресенье из-за работы. Ну, ура. Выпал... Ну, с курицей Ну, нам обязательно нужны кастеры, поэтому кто-то из миликов пойдет на замену или из хантов на замену. Павла, мы ждем Тула. Он написал 5 минут работы, но минуты, наверное, 2 стало. Мы сейчас Рикардо отправим. А, мы Рикардо точно сейчас отправим, да. Куда? Замена. Ты ж просился больше всех. Ну да. Ну и все. Ну теперь-то можно в логаут уйти наконец-то? Блять, тебе сейчас логаутиться надо, наоборот, будет. Логиниться, точнее. Ну как бы мы сейчас Мадгида будем ждать? Мы не будем ждать Мадгида. Мы будем ждать его... А тут все заходим. Ради чек всем зайти в онлайн. Погоди, поднимайте бафу. Фай долгий. 15 минут будет длиться. Все, я готов. Отлично. А, Каст, ты мне чарочку обещал? Это после рейда. Понял. Она у меня на этом, на Костелубе. Что, все боятся проходить? Кого? У кого, как в прошлый раз-то. Ну все, теперь на АСГ просить после рейда. Иди сюда, Рикардо. Я баф. Обязательно берите своих пикников. Там банки. Ради чек. Пожалуйста, всем зайти внутрь. Неона. Тортик. Вейн, что ты творишь? Ну, назад, блядь. Бежит он. Нет плееров ВК, психолог, реклузер, пройдите вперед, пожалуйста, чтобы не остаться за пределами комнаты. Давай без СС. Приготовились? 3, 2, 1, бодипулом по центру. Defend yourself! Flee, before it's too late! Be still! Первая метка. Your life is mine. Bow to the might of the High Lord. Вторая метка. I like my meat extra crispy. Третья метка. Зря вот так побежали, чуть не в этом. Ждать обязательно. Ну, если бы мы подождали еще полсекунды, мы бы метку словили четвертую. И понял. Уже было бы не было смысла бежать. Тогда надо бежать обязательно. Ну. Что это, репормер? Вместе надо было. Три метки. Меняйте меня, говорит. I have no choice but to obey. Your life is mine. Не забрал его. I have no choice but to obey. Забрал Бики. I like my meat extra crispy. Там Картас первый шивы отдал. Перепейте файр. Да, обязательно перепивайте. Поехали. Группа вперед. Магрейн шивы отдал свой. Экзифар. Аспект. I like my meat extra crispy.
life is mine. I like my meat extra crispy. Вот Осагрид. Your life is mine. I have no choice but to obey. Обломи. Your life is mine. I have no choice but to Рекузер, obey. Я вас выведу. Бэр Вандарт. Эй, Бэр Вана. Ну, где он? У Картаза. Крендель, Бэр не Вана. Крендель, он у Картаза. Где? No у Картаза, Крендель! Сейчас, next давай! Не беги меня, меняй! Гудочек, no Кадо, сейчас, секунду. Нас... Не беги, не беги, не беги! Блять, ты уже словил Марку. Ладно, иди беги меня его. Гудочек, сколько стаков? 6 стаков. Зелье 2 стака. Окей, я поменяю ванну, ты поменяешь крест. Первая группа вперед. Зелье 3. Ван, сколько стаков? Павло, Павло, давай, давай. Тут 2. I have no choice but to obey. Привет. Там стоишь. Чуть не сдох. 3 забирай. Дям. Сразу не бежи. Your life is mine. Реклузер. 70 тысяч. Я тебя выебу, если сорви. Добиваем, мы играем. I have no choice but to obey. Резиста. Вижу. Клетку хил. Все, Макгрейд умер. Отлично. Это все херня. Пока не сделаешь таунт, я не уйду. Сделал. No все, отлично. Теперь потихоньку ходим. Если понадобится помощь, танки готовы помочь вам, нижние. ДПСеры стандартно, как в прошлый раз. Ничего не меняется. Бламе 3 стак. Да, меня. Иннер кто-то в этой наможке уже. Your life is mine. Не линкуйтесь, пожалуйста. Рекузер сорвешь, я тебе сказал. Капец будет. I have no choice but to Федорка obey. Забрал, вижу. Your life is mine. Нарушать последовательность не буду. Fools. You think yourselves triumphant. I have no choice but to obey. Главное, не зажимайся там. Your life is mine. В прошлый раз колхоз зажался. I have no choice but to obey. Your life is mine. Вижу. I have no choice but to obey. Your life is mine. Что, Кагер забрал? Хилим Кагера. I have no choice but to obey. Your life is mine. I have no choice your but to obey. Примерки здесь. Беломе первое ШВ. Можете туда пока не ходить. I have no choice but to obey. Your life is mine. Зид Сандеры на Беломе. No меня показывает 2. Не зажимайся там, пожалуйста. Зид, не меня. No вижу. Колхоз все вижу. Не зажимайтесь там, пожалуйста. Если там еще один, одна лужа, то все. Колхоза колхоза хильт сейчас упадет. I have no choice but to obey.
Your life is mine. Мирики, не подходите туда, пускай кастер ДПСит пока что. Там лужи насрано, невозможно. Колхоз, туда лучше не ходить. Да, правильно, веди его туда, селедка. Селедку хильте. Я так словил. Колхоз, твой косяк. Туда далеко вводить его нельзя ни в коем случае. Он достал до сейф-кода. Your life is mine. Селедку хил, шивы отдавай, шивы отдавай. I have no choice. Селедку, у тебя шива есть? Да есть. Your life is mine. Смотри осторожно. Сейчас надо тебе будет подождать подольше, потому что там люди словили стаки. 30 секунд. Кагер забрал, все, беги. Хилим Кагер. Your life is mine. ШВ на Беломе закончилось 100 тысяч. Можно добивать идти, если и на вас стаков нет. Your life is mine. Who's next? Первый ШВ залет. Your life is mine. Кагер, выйди. Зита, в другой угол, пожалуйста. Все, нормально. I have no choice but to obey. Your life is mine. Беломе 10%. I have no choice but to obey. Здесь приставка желательно поменять. Да по идее добил. Your life is mine. Who's next? А, колхоз свалился, да? 6 тысяч, просто добейте его. Выходит, колхоз, убили. Никогда чарш не нажимаешь, особенно если там лежит на пасфайндинге лужа. Есть один бэр. Не надо. Последний босс остался. Зели 200к. Скагера поменять. Я могу поменять сейчас, если надо. На нем 3 стака. Зачем? 2 стака только, я еще пойду туда. Окей. Третий стак. Все, Зита идет мне. Нет, колхоз просто сделал фигню и опять умер. Такое бывает. I have no choice but to obey. Не он один сделал фигню. А как ты, кстати, умер? Я забыл про метеорит, выбежал и 8к всловил. Понял. Здесь я дурак. Я прямо это видел. Ладно, бывает, не страшно. Там гудочек очень хорошо потанчил, 6 метров. I have no choice but to obey. Поэтому мы скажем гудочку большое-большое спасибо. Зит, поменять надо. Иду менять. I have no choice but to obey. Забрал? Нет, не забрал. Назад. Забрал. Нет, не забрал. В резист ушло. Да ебаный рот. Две фильте зиту. 2 секунды. I have no choice but to obey. Щит меня. Вижу, спасибо. Ебать вас тут. Да, осторожнее, не залинкуйтесь. Да там такой большой урон, капец. I have no choice but to obey. Сорян, селедка, сорян. Сегодня ДПС побежал. I have no choice but to obey. По привычке кнопку нажал. Зелек, 2 секунды шива заканчивается. Шива закончилась. Сальву по хантам дайте. Ребят, пожалуйста, не стакайтесь. Там по 3 человекам, я видел, прошла... Что там, луч смерти? Да. Или это кто-то видел? Ну, короче, осторожно. Не-не-не, это чайник прошел. Давайте добьем его. 35 тысяч.
Какера, похитите, пожалуйста, там вообще что-то было страшно. I have no choice but to obey. 9000. Рановато. Все, ГЦ вас. Или... кольцо кастерское. Кастерский лут стабильный. А кого вы запустили? Ван Дархельма. Желающие есть? Ля, какой говно. И чистак. Прист Мак-Варлок выпал. Ну, короче, сейчас, ребят. Бит пойдет по всему. Да, колхоз, привыкай к тому, что ты чистак не увидишь довольно долго. Да ладно, что, понял. Да я старался, честно, ребят. Ну, простите, под конец подкосякнул, да, Void Loin'ом. Понятно, чаржнуться неправильно сделал. Ну, так-то надо, я вообще... Надо вообще чаржиться на голоме. Это самая отвратительная вещь. Да, просто мимо лужи чарж. Бит пошел на кольцо, ребят. Блядь, что, кольцо никто не хочет брать? Оставьте, я сам заберу, блядь, на ПВП. Блин, если такая тема, то да. Там плюсанул реклус и психолог, начинайте бидаться. Бидайтесь, алло. Ну, психолог поставил 500. Топовое кольцо, да. Ну, больше не хочет, значит, никто. Чё? Ну, на ПВП чисто, так-то оно, конечно. Реклузер уступает, ГЦ, психолог. Тортик, дай порт, пожалуйста, в стороне где-нибудь в штурм. Спасибо. Так, следующий. Паладин, Хантер, Шаман, Друид, бит пошел. А самому забирать? Да, самому забирать тут не получится. Отдавать. Млюркван 1000, Сильва 500. Правильно же, да? Да, 500 поставил. Пусть забирает. Че, больше никто не хочет на чистак? Да, пусть берет. Камеза 700, Изарен 600. Сильва, если захочешь, ты выкупишь там. Нет ни у кого больше, чем у тебя. Сильва 1000. Ну, давайте. Люркван 1200. Люркван говорит, пусть Люркан забирает, блядь, 300. В итоге бодается. Пусть берет Сильвой, я не душу. Сейчас так хуяк опять. Камеза пас, Изарен, видимо, тоже пас. А, ну у него просто нет ДКП. Сильва, ГЦ, подходи, забирай. Я у мейнов не забираю. Я просто их... Тебе хотя бы разрешают бидец. Помолчите, пожалуйста. Следующий прист Мак-Варлок. Тир 3 чистак. Психолог так не работает. Хотя бы единичку напиши, я тебе скажу, сколько поставить. Тортик, у тебя 200... А, нет, стоп, да, у тебя 259 ДКП. Ферриган, у тебя 2271 получится. Психолог, у тебя 936. Фиолог поставил все свое ДКП. Дохлый поставил 1000. Ферриган пас. 5, 4, 3, 2, 1. Дохлый ГЦ. Так, кто у нас получил тир 3 чистаки? Давайте Сильва и Дохлый. Командуешь, кому заходить, кому уходить и все такое. Кто там хотел так, уходить? Сейчас. Рикардо? Так, давайте, Рикардо, ты у нас хотел на замену? Вперед на замену. Конечно, иду. Сейчас заходи давай на своего мага. Наверное. Захожу на мага. Да не ты, блядь. Сейчас надо еще группу подправить, как они были. Наверное, так и оставлю их, чтобы у вас был крит еще сверху от кренделя. Спасибо. И фасту или мне? Я тебе, наверное, хорошо. Говорю. Так, сейчас дохлый. У нас приз дополнительный появляется. Варлоков 3, поэтому, наверное, так и оставим. Неона нам нужен. Крендель у нас есть. Кинчен. Так.
Вы сейчас к Тадиусу, да, получается? Да. Отлично. Юрку, ну, промоут, пожалуйста. А, стоп, я же лидер. Сейчас промоут. На Тадиус, это попробуйте этого миджета взять. Миджету там надо. А что там надо миджету? У него не все тир-куски. А у него и плечи, и штаны есть? А причем здесь Тадиус? Тадиус шапка падает. Ой, Тадиус шапка. Тадиуса штаны же падают, нет? А, да, штаны, два крыльца. Да, собаки падают. А, пускай, давайте, Мадгида мы берем. Где он тут? Мадгид, вейкап. Все. А, дальше у нас... Кто пойдет на замену, смотрим. А, Чпоки, хочешь на замену пойти? Нет. Окей. Проверить хочу. А ты кому вообще ищешь слот? Я ищу слот Токсик Майк, Мадгет. Я хотел бы тебя еще, кстати, взять. Нет, так а мне ничего не надо, пускай парни одеваются. Окей, пускай парни одеваются. Так, следующий. А, кто хочет на замену там из миликов? Хочу разбойников. Я могу на замену. Окей. А, Владимир, давай... На... Нет, стоп, Селедка. А кто из вас лучше одет? Владимир вроде лучше одет, да? Селедка, да. Давай на замену тогда. Эх, страдать буду. Пускай отрабатывает свой молоток. Заходит у нас тогда, давайте, Колхоз Энерджи, Ордос, давай тоже на замену тогда. Хорошо. Без проблем. Так, я просто выхожу и да, просто логаюсь. Выходишь и сидишь в диске, потому окей. Что вдруг ты нам понадобишься. Не-не-не, я тут. Не будет хватать депоса. И у нас пускай заходит Пханаман. Не, медсестра, нам нужны эти присты. Че, офигел, что ли? Сиди давай. Пускай Пханаман заходит. Алло. Где? Чехушку там пишет, блин. Да чтоб ты не увидел это. Ну, как бы да. Угу. Так, сейчас группы настроены. Пханамана только ждем. Зита, ты у нас теперь за место гудочка будешь танчить. Метка поменялась или что? Да, ты теперь на звездочке. У нас сейчас будет танчить Луну Колхозита, его будет хилить Люркван. Тебя будет хилить, если понадобишься... Сейчас... Ну, кто-то тебя будет хилить сейчас, минуточку. И Зарен тебя будет хилить. Смотрим теперь, кто кого что хилит. Кто что танчит. Пханаман зашел. Все, сейчас я респектнусь. Шмот поменяю, и я готов. Паладины, пробафайте, пожалуйста, рейд. Хозяйка, ты у нас где? Колхозита, колхоз. Я захожу, я релогался, просто прогрузка не... Вот, все прошло. Все, ребяточки, давайте, ради чек, что все готовы, и мы стартуем. Надо макрос на last stand написать, чтобы он пропадал с панели. Заебался его ставить.
Да, запалю. Там АФК что ли? Дохлый у нас. Ах, вы кого хили? Никого важного, окей. Милики, вам нужен free action potion, Роги. Надеюсь, он у вас есть. В обязательном порядке этот potion. Значит, если нет, то даже не подходите. Давайте. 3, 2, 1, бодипулом. Free action. Жаль. Осторожно, проекшн закончил. Должны убить до следующего. Ага, отлично. Можно... Запуливай. Кас. Ай. Ты услышал? Про лут. Что? Не могу передавать. А, сейчас. Сделал. Так, приготовились. Череп провожу прям в угол сюда. На мини-карте смотрите куда. 3, 2, 1, без фрекшена, без всего. Гейн, хп не хватает. То есть 200. Малинкор, килл-килл, то же самое. Убиваем. 6 тысяч. Убиваем. Давайте луну, похуй. 6 тысяч это не хватает. У тебя армора не хватает, значит, тоже. Потому что клиф это физика. А сколько у меня должно быть? 6... 10 тысяч? Ну, фортитутка у тебя точно должна быть пропита. Желательно еще... Плюс 120 хп, охуеть. Ну, меня все равно сложит. Ты будешь смеяться, но 120 хп тебя могут спасти. Не, я дам более... Занза обязательно, да. Я был под занзой. Я дам более лучший совет, ты просто жди, пока не клэпнут, блядь, и как бы подбегай. Ну или такое, сразу... да. Там сначала он вроде кливает, а потом только клэпает. Нет, наоборот, он клэпает, ты встань, и он потом клиф тебе делает, и ты не можешь ничего там не сдоджить. Окей. Okay. Приготовили, сейчас будет клуб. Под фрекшеном сейчас будем разбирать этих четверых. Приготовились. 3, 2, 1, вперед. Изарен, отойди назад. Зря ты их так поставил. Чем мелики трикливо получит, повесил ты. Сейчас я отвожу квадрат. Не надо их так ставить рядом. Слишком опасно. Молоток выпал. Желаю. Колхоз Энерджи на ПВП, люрк он непонятно, килл-килл на что. Блять, у меня пушки из МК, я заебался с ними ходить. Отдай ему, отдай ему. А ладно, я все еще. Если не надо. Ханаман, Вискас пока хорош. Я уступлю... Не, я уступлю только Хуману Роге. В таком случае. Ну, есть Хуману Роге, ну, который... Вот, Ханаман, но у него Вискас, я хуй его знаю. У меня Вискарь, да, в МХ. Ну, это первая фаза. Это Аниксия. 60. Ну, окей, давай тогда по Ханаману пускай лучше оденется.
Нет, хуманороги я отдам. Ну, не, вот блядь, паладиновый. Ну, вот, и понятное дело, что не паладин нового спектра. Это все фаново. Приготовились. 3, 2, 1. Без фрекшена, без всего. Надо просто стрелять. Забрал? Забрал. Отвожу, пытаюсь. Не ДПС. Психолог, беги. Все, поставил. А что случилось с крестом? Там крендель упал или что? Да. А кто его хилил? Я его хилил. Лосло, понял. Крендель, короче, смотри, там, где он стоит, ты там его и танчишь. Не надо, пожалуйста, там, типа, пытаться куда-то отводить, хорошо? Смотри, где он. Ну, ты его отводил. Он, если что, вот он стоит вот здесь. Вот здесь. Стоит, он где умер? Вот, 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 посмотри, он вот здесь стоит. Если ты встаешь сюда, вот сюда вот, например, то, в принципе, похуй, тебя будут хилить там нормально, потому что крест не кливает. И крест мы не бьем, мы бьем череп всегда. Череп отводится дальше. Если, например, хил захочет встать и тебя похилить, он может встать вот сюда. Вот. Пудж идет. Запуливай. Приготовились. Милики могут отходить назад, вам тут делать особо нечего. Пул пошел с фигнишей. Можете уничтожить. Можете стрелять из этой, из арбалетов там. Низарен, беги. Бегите. Кагер там в этом бабле крутится. Бля, Кагер, гений. Осторожно, они разделились. Бежим дальше. Кагер, гений. Тортик сейчас ну, закроют они тебя. Гудочек отвлекает внимание одного. Че, где? А, все, вижу. Бывает. Бегите дальше, дальше, дальше. Дальше, дальше. А, и там один остался, которого катит гудочек. Все, отлично, проходим вперед. Никто не умер, молодцы. Кагер, гений. Заевейдились? Окей, без проблем, сейчас там добьем. Погнали, кастеры. Все, проходим вперед. Сразу у нас пуч. Приготовились, убиваем. Ждем пока. Его там никак не спулить нормально. Зарен завис. Вообще okay. Alt, Alt F4, закрываешь клиент, перезаходишь. А можешь метки на этом расставить? Ага, спасибо большое. Подождите, с метками у нас вот еще. Запуливай. А, нет, не надо. Там близко очень. На тир можно. Первый мой этап даю я. По макам скажешь. Так, Ферриган на печеньке, тортик на луне, Токсик Майк на
Рамбия. А, нет, стоп. Стоять, кому я там тортик сказал. Так, давайте еще раз. Ферриган на печеньке, тортик на безметке, трусики, Токсик Майк, Мангет Стар. Нот Стар. Даймонд. А, Даймонд, окей. Пул 10 прекрасно в череп. А у Ятана даю первый я. До тотема убили. Да. Ну, если у нас кастера хватает, и кастера одеты, то это очень... Сзади, ребята! Знал, блин. А, это из-за Рен, блядь! Начинаем ДПСить. Выткайте назад сюда, да. Из-за Рен, бляха-муха. Или кто там стоял? Пытаемся обойти и прокайтить. Кто там у нас? Бегите. Бляха, у меня только прогрузилось, и по ходу дела, вот да, это я. Молодец просто. Бегите, 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 дальше, дальше. Нельзя там, на тул бежать. Куда они нас зовут? Да там одна, блядь, а они заэвейдились, да? Охуенно. Часть заэвейдилась, часть не заэвейдилась. Кайчу тут 4 штуки. На кукурузу бежит. Ну, вот, да. Назад бегут, еще. Who dares violate the sanctity of my domain? Be warned. All who trespass here are doomed. Зависло? Нет. Ладно, не страшно. Главное, что это не вайп, но это пиздец, конечно. Танцы с бубнами. Нам помочь и купить никто не хочет туда идти? Бежим, мы тут развлекаемся. Туда не выходи, туда не выходи. Ну ладно, уже вышел, беги туда. Че, вставать, бежать? Нет, тебя резнут. Последний добиваем, давайте. Все, отлично. Давайте идем резаем народ быстренько. Не оставлю метки и вперед. Блять, а у меня вот как жопа чувство, хотел спросить, где ты завис? Следующий раз спрашивай. Только с прохода сразу уйдите. Так, а все равно, даже если там завис, то ты ничего не сделаешь с ним. Он 5 минут будет в игре в любом случае. Главное, чтобы мы успели убить следующий пак, вот этот вот с Monstrosity. Давайте, давайте, все ресуют всех сейчас. В остальном шаманы ресуют, априори. Почему Зиту до сих пор не резнули? Алло, ребят. Рекрут. Рекрут, вставай. Похуй, значит, без рекрута пулем. Быстро бафнули 30 минутками. Пул 10. Без прикастов пулем бодипулом. Реакшн прожимаем, убиваем вот эти 4 моба. 2, 1. Отведите квадратик. Луну не туда ведешь. Ты сейчас пулишь пак. Просто все, стой тут. Квадрат убивай. Все, после этого крест. Крест. Все, последний. Thank you.
А можно МП5 просто? Пул 10, перекастом в череп. А у Етаун чит колхоз. Колхозу накиньте щит. Так, у нас точно будет тотем. Тотем. Убиваем тотем. Крест в рейде. Тотем. Колхозы не похилили, да? Что-то его сбрило прям. Ну, он щит одел? Не должен. Да я в депроте вообще не спекуль, Фулик. Ну, извини. Ну, я говорил щит, щит. Ну да, щит киньте на него. Успеете не резнуть? Сейчас опять на второй круг уйдет. Сейчас. Кресай, пуль сейчас, ничего страшного, там будет, на всех не повесится. Кто зарезал? Резать всех. Так, если что, он сбрасывает 3. Готовьтесь там же. Заивейтился, что ли? Нет, да. Стоит просто где-то в этом. В текстурах спрятался. Ну, я говорю, заивейтился. А, ну, да-да. Следующий мой аутаунтик крендит. Идет на второй круг, иди лови его. Дедал ФК, что? Нет, дедал тут. Следующий мой аккаунтит это Зитто. Последний у этого учит вандарка. Ничего интересного не упало, да? Танчу я, Колхозита, Крендель и Кагринак. Так, сейчас я в одну группу у нас скину.
кроме кренделя. Крендель пускай там дает дополнительный агил, крит. Все. Кто хилит? Ван, Ватейн, хилишь Кагринак, Люксбург хилит Калхазита, Неона хилит Гаскула, Медсестра хилит Кренделя, Дохлый хилит Гаскула. Изарен, хилишь Калхазита, Пиги, Юхил Кагринак, Авдошка Калхазита, Тул Гаскула, Камеза Кренделя. Ради чек, что все готовы. Готовы. Ставишь пул. Что? Пул поставишь 10. Абсолютно. Нет. Ребята, кто там АФК? Я еду ем. Поэтому не жму. Сейчас он уйдет просто. 3, 2, 1. Пул. Рекрут, долбоёб. Танки, встаньте в одну точку. Я даже ничего не нажал. Ага, расскажешь. Ты вообще не должен подбегать, понимаешь, пока танки не схватили. Бегут только 4 танка назначены. Да вроде все побежали. Ну, я не знаю, зачем все побежали. Кор висит. Скоро висит. Кагерс, можешь настакать минус армор? Маги с корчами стакать. Крендель, уступи мне топ-1, пожалуйста. Что-то пробивать. Ты с лаской, я без. Ну, окей, окей, без проблем. Тогда наращиваю. Что-то меня прям сильно пробивает. Если тебя сильно, меня еще сильнее. Вы просто не видите Кагера. Ну, Кагера как меня примерно пробивает, только на процентов 20 больше. Как Калхазит примерно. Вроде же никогда сильно так не пробивали. Ну, потому что кор мы не вешали. А сейчас мы повесили кор. А кор модифицирует хейтфу. Ну, да. Ну, это баг сервера, короче. Мне придется жать ШВ на 5% точно. Можешь снять кор. Не-не-не. А Кагеру что жать? Кагеру ничего не надо. Сильва, метку переметь. Меня будут отхиливать быстрее, чем он Сильва. Будет. Давай. Че? Метку. Да забей. Контакт Марк. Повесил уже, она висит. Ну, Кагер что-то не успел. Кагер, если тебе что-то надо было, ты жмешь не готов. Если ты жмешь не готов, я просто не пулю. А ты ничего не нажал. Если ничего не нажал, значит... Тогда его хилите, Кагер, он посильнее его хилит. Окей, короче, я отбежал первый сейф. Монотайт ту. Был уже. Опять все с корчами. Проебали. Кагер уже был. В обязательном порядке буду жать, что вы приготовились. Десять процентов. 8%. Шивай отражал. Добиваем. Изарена, ты сделал квест на... Ну, ГЦ тебя колхоз. Ты сделал квест на... Этот, шабановский, спасибо. Тауренский. Он тролль. А, он тролль, все, сорян, я дурак. Я что-то и думал, что это... Если все равно сделаю. Оба паладин у нас есть. Нет, вы? Так, паладин, хантер, шаман, друид, сейчас буду смотреть.
Вот видишь? Ё-моё, вопрос. Ва, возьми на этого босса Сови, плиз. По один паладин пробегает. На какого? Ну, на этого, на следующего. Да он с этой палкой хочет, блядь. Да, да, я с этой палкой. Не-не-не-не-не-не, нафиг. А что он хочет? Main hand он хочет на кота, я подойду. А что ты имеешь? Конечно. Заранзация с плечами. Пойду полутал. А вы резнули рекрута-то, блядь, побежали они. Да, да. Ресают. Тебя я не вижу, чтобы ресали. Как, так если вдоль правой стенки бежать? Нет. Они достают, и при этом еще, ну, не видишь их. Да. То есть они в стенку заходят, по сути? Да. Ну, по сути, да. Анимация типа, что они взрываются, но по факту... Не, ну так видно, что они вроде как тонут в этой луже и как бы вроде не доходят. Да. Ну и ты вместе с ними там, если побежишь. Понятно. Поэтому не надо. Перепиваем и фласки, потому что у меня уже осталось 3 минуты, а у вас, наверное, минут 10. И все остальные часовые. Кто ни разу не умирал. А каким хилом легче всего играть? Паладином, блядь. Кстати, что там по эффективному хилу у тебя здесь? Надо посмотреть после раунда. У меня нет аддона. Ну, если что, ты нахилил больше, чем дохлый. Твои достижения. На 6000 больше, чем дохлый. А кто там лучше? На первом. Ну, Абдошка, Пигги... Ты на третьем месте. Ну, лучше, паладины, как я и говорил. Люксбург 5-е, 6-е, Дукалис. Потом Камиза, медсестра. Ну, короче, либо я тебе цель плохую дал, либо твой макрос... Ну, не макрос, либо плохо работает. Дохло уже сами, с нами не с самого начала. Нет, мы сейчас смотрим чисто этого босса. Да. Кстати, чисто этот босс. А что случилось с магами? Почему у нас тортик топ-4 ДПС? Ну, потому что я нажал «нет, что я не готов сражаться к боссу», ты начал пулить, и в итоге я без химии побежал дальше. Единственное, что я успел поражать дракончика, и он два раза стакнул. Ну, кстати, нормально. А что, вы недовольны? Тортик-то одет хорошо. Да, вот я как бы поэтому и говорю, что у нас что-то ни одного топ-1 мага, но топ-3 воина. Один тоните, блядь, а то вы что-то говорите. Ладно, мах у нас был сын. Так, стоять. Колхоз Люркван плюс Кагер, медсестра идут на крест. Крендель, Гаскул, Дукалис, Ватейн идут на череп. Приготовились? 3, 2, 1, пулем. Нихуя не готов, по-моему. Почему ты не готов? Что-то не падает. Боюсь. Владимир, ты что не допоешь? О, извиняюсь. А роги, если тут летают, они умирают? Да. Там зависит от того, насколько тебя кинул, на самом деле. Нет, ну если под потолок, ты точно сдох. Ну да. Вот я сейчас просто подлетел не под потолок, и я даже не задамажился. Нет, я спросил про потолок. Да, ты точно умрешь, даже с плащом. Я полетал на друиде, на коте, я не умер, но я не знаю, какой там. Нет, там есть самый высокий потолок, там где вот прям, ну, я прям выше балкона, короче. Выше платформ. Я не умер. Да, там кот не умирает. Ну, я умирал. Как лимба. Коты высший раз. У них уже есть полтора. Коты не умеют подбуду. Я не думаю. Чтобы коты не умеют и стали, им надо сделать так, чтобы у них скалировало что-то от АП. Вот этот плащ. Если им такое сделать, можем вешаться.
Ну, в PvP точно это будет просто неубиваемая машина. А ханты тогда пусть у них пьет эскалируется от статов. И будем играть. Это нигде не сделано, поэтому соси жопу. А где сделано, что, блядь, на Личе? На Личе, да. Охуеть. А на БК сделано, что пьет эскалируется. Помолчи, пожалуйста. Зита и Зарен, Вандархен, Люксбург идут на Луну. Луну убиваем там, где только что убивали крест. Селю, ты здесь? Да. Череп опуливаешь направо. Окей. Кастер ДПС, подбегите к воину, который с ТФом. Сейчас после... здесь будет череп. После моего пула. Возьми Сови, возьми Сови. Сови под рейдом. Да. Дочистим порт. Неону уступишь место Сови, ему нужна колотушка. Колотушка. За пул. Пока добежит, он уйдет наверх. Кредили, обязательно надо фериком под пулить. Хант может умереть. Хильте сову. Яд в мете. Неона на нас бежит. Блядь. Неона, ну ты стоишь, яд не можешь снять. Снимаем. Так, побежали к следующему. Кагеру хил. Забрал. Да, забрал. Ничего, на 10 секунд 0 хила. Я не знаю, как крестик там. Я сказал, меня убили. А как тебя убить? А босс ко мне подошел, меня треснул и все. Босс? Если что, можно... Мобы таунтят. Ну а я знаю, почему я просто говорю к колхозу, который может не знать этого. Эти мобы таунтят, просто они сбрасывают трит. Да, сразу на нас. Может, когда бежал, где-то там бегал на площадке. Помолчи, пожалуйста, всем замолчать. Неона, в офлайн, пожалуйста, на этого босса не идешь. Идет Сови. Сови плюсуй. Неона, пожалуйста, в офлайн. Ресаем народ, сразу пропивайте ГНПП в обязательном порядке. Лап, четвертая группа, обновись. Я Сови придет и бафнет тебя. Подожди. 2 минуты КД. 2 минуты КД чего? Я пил на боссе ману, поэтому 2 минуты КД. Хорошо. У тебя будет возможность перейти. Сегодня он вышел? Скорее всего, да. Вышел. Там это мюкайте, плюс что? 1, 2, 3. Сови бафы, все хлопы. Спасибо. Паладинский баф обновить. Так. Мы на эконе? Майтесь, мы группу бафнем. На этом отходе будем его пулить или на следующем? Да, на этом. Открывайтесь быстрее. Лапка, четвертая группа. Сейчас ману попью бафну. Иннер себе просто залей. Сам упал.
Изарен, если ты тут в первый раз, ты не ставишь тотем на снятие дизисов, болезней, и не трогаешь декурсив. Чисто хилишь, короче. Да, чисто хилишь. Уходишь в правую сторону, там, где вот сейчас червячки, где я сейчас буду пулить босса, вот в эту сторону всегда уходишь, ни в какую другую, только в эту. На крентеле хила назначь. На крентеле хил... Там колхоз, сестра. А, колхоз. На колхозе медсестра. Пул пошел. Стоим, ждем. Не ДПС. 9000 в теории можно. Тортик, куда ты... Тортик, куда ты побежал, блядь, дебил? Только не туда. Диод, блядь. Снял. Первая сопля. Веду. Нахуя вперед босса бежать? Никогда ж не бежал. Снял. Веду. Снял. Приготовились. Первый пельмеш. Снял. Пельмеш. Не подходите, блядь, к боссу. Вперед босса не убегаем. Убиваем пельмеши в обязательном порядке. Снял. Poison Cloud, секунда. Poison Cloud пройдет, после этого веду. Кагер. Веду. Снял. На мне. Про диспели я проведу. Снял. Веду. Веду. Снял. Пельмеш добить. Снял. Веду. Сильва, Сильва. Надо убегаем. Снял. Угу. ОПГ гном, ну куда ты бежишь? Да нет, сказал снял, я думал. Обратно побежал. Никогда не беги в сторону, куда идет босс. Снял. Всегда за... Перед боссом нельзя бегать. Уйди, пожалуйста, снял. В другую сторону. Я понял. Порой сейчас ёбнет. Снял. Все, добиваем босс. Паула, сними, не доставим. Выпало Dream Геральт, КЦ Сови. Больше, чтобы мне, блядь, не это, не ныл. Спасибо. Что-то плохо все было, блядь. Он, блядь, будет ныть в атынь. Вот поверь мне, лучше пускай человек возьмет. Да. Чтоб я потом просто не слушал эту хуйню. Кому она нужна, блядь? Она шипит бис. У Павла есть кинжал. Прекрасно. Батыну... меньше. Не, поверь, шипит бис. Он гонится за этой хуйней. У него нет еще. Нету. Так, следующий. Сейчас, подождите. Там выпали еще одни такие же. Шаман там что-то. Шаман, паладин. Сова. Ай. Надо, короче, минут на 15-20 мне отойти. Я окей, в логаут уходи. У нас есть замена? Я могу зайти. Дохлый, умираешь. Пашет, блядь. И я пошел на работу. А, и ты уже пошел на работу. Все, давай, Рек. Да, у нас есть еще замены? Да. Кто? Селедка. Ты хочешь? Не особо. Не особо, отлично. Сейчас я зайду, если никого не Варлока какого-нибудь. Маджахет хочет, нет? Просто если не хочет, я тогда тебя возьму. Маджахет, а я не знаю, я в логауте. Сови логаут тогда? Да, сови логаут, не он, а заходит. Вот это сервис, блядь. Это классно, да? Спросите там что-то у Маджахета, пока я в логауте. А плечи было распределение кому-то? Нет, я пока смотрю, блядь. Это не он, а заходит. Шаман-друид. Паладин. У всех паладинов плечи есть хантер, у всех хантов есть плечи. Шаман
у всех шаманов есть плечи. Из арены есть? Друид. У Совии были, и у Неона есть. Остается в боссе, потому что никому не нужно, по идее. Ну, разве что Кренделю отдать. Там, ломайте, продайте. Подожди, вы в боссе оставляете? Да, ну никому да, не надо. Типа, ну, давай, давай, я все заберу, если будет. Окей, поставил Кренделю. Надо... Пропивайте на турку еще раз, потому что сейчас будем проходить через это. Так, что-то, видимо, Моджахед в ФК. Давай заходи на своем этом Донфирме. И Неон у нас сейчас зайдет. Все, Неон зашел. Донфирме ждем. Маги, спекайтесь в Фроста на кайт. А, Моджахед может зайти. Все, давай, Моджахед. Ты меня кикнул, да, блядь, до того, как я лагал тушь? Нет. Просто ты, видимо, в лагаут ушел и сейчас заходил, а у нас сейчас кто-то в инсте. Если тебя а, майбе, ну да. Ну ладно, сейчас добегу. Да, это ж не проблема. У нас уже, если что, зашел Моджахед, поэтому не парься. Ну я тогда возле Накса, я же думал, что он у меня в Наксе стоит, а тут я зашел, он в лагере, маленький. Ничего страшного. Там ты что, фури прото делаешь, по вторым по твоему был? Да. Люксбург точно так же по команде дает мне Боб. Если я прошу Боб, вы переключаетесь на колхоза, на колхозита. Все меня услышали? Хилы? Надеюсь, что да. И дайте ему, пожалуйста, фирвард. Фирвард на старте, он ему нафиг не нужен. Мне на старте нужен. У нас один только фирвард? Да, у нас только один фирвард. Поэтому... У нас два фирварда. А, у нас Павла еще есть. Павла, на меня постоянно вешаешь вместе с Ватейном по очереди. Когда я говорю мне Боб, вы переключаетесь на колхозита. Все, надеюсь, все здесь. Ready check, что все готовы. На выходе из трубы никто не пафает, не кричит, ничего не делает. Ничего не делает, все правильно. Так, Фериган, мы с тобой направо будем. Маги распределились? Чё, кто куда? Фериган, да. В прошлый раз. Окей, вроде все готовы. Крендель, давайте залетайте. 3, 2, 1, вперед. Ох, и не ФКш. Не хитли здесь, в этот момент. Блять. Вот что это такое было? Я пропил Mighty Rage Potion, который должен мне дать 400 трита. 0 трита. Сильва, спань. Спань, спань. Вылетел. Да-да. Малинкор, надо будет прожать. Вин, главное не перегнать. Колхоз, больше этих героиков. Зомби пропустили. Ничего страшного. Психолог, смотри осторожно. Ты уже тридцатку набил каким-то чудом. Видимо, ты без салива. Я тогда не понимаю. Стопнись тогда. Главное, чтобы колхозита был второй по триту. Колхоз приготовился. Колхоз приготовился, щит надел, встал в меня. Этот, фирвард колхозу, Боб. Блять, психолог, ну прожми ты дребаную кнопку. Добивайте зомби. Развернулись, убили зомби.
Щит паладинский выпал. Это считается кастерским лутом? Желающий плюс врачат. Люксбург, еще желающие есть? Шаманы, это паладинский щит, щит, честно. Минор апгрейд для Дукалиса, потому что у него с этого... Люксбург, а у тебя что там за оффхенд? Для меня, по сути, тоже минор апгрейд. Минор апгрейд, понял. Пребис щит. Давай Камиза тогда. Стой, Камиза, а у тебя что там? Что за пушка? Ты же вроде с посохом. Или ты на ПВП? Давай паладина. Пусть паладина сначала будет с ним. Какая Камиза? Камизе ему вообще хилом не хочет играть. Ну, он приходит хилом, поэтому как бы... Камиза еще, все еще, блядь, с этим, с мистиком ходит. Мог спокойно полутать Сафирона. Оффхенд, если ему так надо. Нифига ему этот щит, блядь. Окей, я понял. Давай тогда пускай паролит Люксбург и Дукалис, потому что им обоим это минор. ГЦ Люксбург. Даже звезды сказали. А, что там у нас? Прист, маг, варлок. Присты желающие есть на наруче? Круз, наручи нужны? Кукуруз, для сета наручи нужны? На уф только. Значит, пароль с Павла. ГЦ кукуруз. Так, налево у нас идут все кастеры, плюс, плюс два ханта, Чпоки и Сильва. Экзефар right side. Мирики все направо, кастеры все налево, присты все налево, кроме Павла. Павла, ты рейндж, поэтому... А, ну ты тоже рейндж, поэтому тоже налево. Так, единственное, у нас там сколько сейчас? Три... 4 Люксбург и 5 Дукалис. Отлично. Дукалис Люксбург налево, Неона направо. Кого из хилов я не указал? Люркон, да? Давай направо. Ready check, что все готовы, все знают, что делать. Пханаман, ты тут был? Колхоз Энерджи, ты тут был? Да, я не был, я чекну стриму уже. Это кто сейчас сказал? Ханаман. Ханаман. Он логнулся. Окей. Он не хочет. Без проблем. Так, если есть место, могу зайти. Забей. Если тебе что-то отсюда нужно, так и говори. Мне нужно отсюда что-то. Если нет, то мы в 39 спокойно убьем. Мизарен, ты тут? Шабаны все идут направо. Минусы налево, плюсы направо. И это уже на фазе, когда мы спрыгнем на платформу к нему. Один закрыли, и этот второй тортик. Еще раз, ready check. Последний. Кто там опять покажет? Сейчас мы покатимся. Кастеры, осторожно, я тут в дип-проте. Он, конечно, таунтится, но лучше осторожно. Сорян. Блять, Изарен, ты тут? Мы можем стартануть? Он оффлайн. А, Изарен оффлайн, ёб вашу ж мать. Может, револу сделаем. Он мог войси сказать. Я револу делаю, сейчас захожу.
пожалуйста, сообщай об этом хоть куда-нибудь, потому что ни в рейде, ни в войсе ты ничего не сказал. А у нас бафы тикают. Я сообщил, видимо, не услышали. Но... Нет, не услышали, не было такого. А, тут у меня колхозит. Нет, колхоз, иди давай налево, помогай кренделю. Точнее, ты танчишь там, а крендель тебя ассистит. А меня здесь ассистит Зита. Щит, главное, одень обязательно. Он пробивает очень сильно. Еще раз, ready check. Надеюсь, не помянем. Колхоз, щит. Все. Все, идем. 3, 2, 1, пул. Что такое? Молниями нас разъебают. А, колхоз. Чего? Так они бегут вперед. Ну ты можешь отвести назад, ты понимаешь, что ты сейчас нас убил всех? Мол был не на мне. Встаем, бежим. Встали, побежали. Ёб твою мать, колхоз. Я тут... Нет, смотри, там не в этом дело. Важно синхронное забегание. Ты побежал, я имею в виду, Каскул побежал, а мы еще нет. Как бы я вижу, он уже забежал. А почему вы не побежали? Вы понимаете, что он агрится, с, ну, когда вы уже вверх? То есть вы должны стоять около подъема прям. Не снизу, а сверху около подъема. Там я переагрил, скорее всего, но я сразу ваниш прожал. Да ты-то при чем? Хуёво, он на меня сагрился. Нет, мы как бы умерли из-за молнии, которые полетели. Да, если моб подходит к спуску, он начинает ебашить молниями. Ребят, вы должны это уяснить. Не синхронно забежали, понятно, ошибка. Я возле входа, каст, если что. Стояли там, где его давай приняли. Плюсы. Там и стояли, блядь. Не отводили его дальше. Нам сейчас надо будет убить пельмеши. Кастеры, не бафаемся, ничего, просто бежим к пельмешам. Будем сейчас ауешить. Стоим, ждем кагер всех остальных. Стакнулись на черепе. У нас же кукуруз получил на роче, да? Угу. Все. Все, основная часть кастеров здесь, погнали убивать. Только не надо тебе агрить. А какая разница? Я просто гранатку кину, чтобы депос был. И убегу. Типа 2000 депоса. Отходите назад, назад, назад. Осторожно. Не умирай. Кагер, опасно. Много тут около черепа. Отходим назад. Я уезжу. Две штуки около черепа. Дукалис, беги. Все, отлично. Проходим вперед. Можно потом перерыв после этого босса? Да, можем сделать перерыв после этого портала. Так, и что по итогу вот этот quick heal оправдывается? Не знаю, надо посмотреть. Я же выходил еще на коня. В шаманах?
на шаманских тотемах, правда. Ну да, блядь, смешно вообще. Ну это забавно, это просто забавный бот. Томпер, мегац, а тебя? Прилёг. Альтабнулся? Слабый получается. Да ну, короче, я в телефон немножко посмотрел. Ай, говорю, альтабнулся. А чего вы табаетесь-то? Ну, если что, ты перехилил Рикардо, но с учетом того, что он в ФК... Это несправедливо, потому что половина выходили. Так, Дон Фильм, давай следующий тоже. Надо каждого босса отметить. Да, да, да. Но это оверолл я поставил. Придется самому бежать. Ну, тем более оверолл. Надо Карант. Нет, Карант это текущий. Оверолл это за весь рейд. Ну, блядь, не знаю. Эффективный, я имею в виду. Ну, эффективный хил за весь рейд. Не за весь рейд. На каждого босса прокликать. Она прошла. Так. Стоять. А смотри, если мы возьмем трэш, ты на трэше не хилишь? Хилю, ну, вот именно. Значит, за весь рейд трэш, с трэшем обязательно. Это, трэш я выключу. Ну, на самом деле, трэш тоже имеет значение, потому что чем быстрее проходится трэш, чем быстрее люди там живут. То есть у нас каждое подземелье, наверное, процентов на 60, если не больше, состоит из трэша. То есть вот вспомню тот же самый АКУ-40. Когда мы подходим к боссу, блядь, сметаем его за минуту. А сколько ебемся с трэшем? Я на геймченджера повесил в армор. Ладно, бывает. Who dares violate the sanctity of my domain? Когда этих сраных замен не будет? Не только замен. Когда тут будет нормально регистрироваться урон на Пламегоре, тогда мы сможем закрывать уже 2 часа. Так нет. Слишком разное количество урона входит в лестницу. Тебя не резнут. Я не понимаю, почему все лежат, если команда была встать и побежать. Это шоу, да. Тула в ПК вышла, боже, стоит. Хуёво. У Тула и на это отвалился. Хуёво X2. Но он хотя бы вне инста. Ничего страшного, так. Ладно, так. Тогда кого я лишаю? Хантов я лишаю тотема. Нет. У вас Крендель там зато не боится. Слушай, тогда другой вопрос. А у нас получается в четвертом бате всего 2 милика, кто кайфует от тотема. Либо 3 ханта и 1 друид. Фига. Да, кстати, давай. Если ты хочешь вот так, что я поставил или что? На гриппе. Ну, единственное, поменяем Маленкора, наверное, с Калхазами. Маленкор-то у нас там не хватит. Блять, геймченджер тоже нормальный ДПС дает. Я не спорю. Это тут непонятно. У нас есть запасные 3% крита. Так, ладно, давайте ради чек, что все тут. Как стул готов будет, надеюсь. Встали по позициям, он напишет или скажет 8. По позициям. Стамины нет. Стамина достанет. Просто главное, чтобы приз стоял по центру. Гудочек, ну ты куда упал? Бля, почему не? Бахает, видимо. Жди. Еще раз, ready check на все бафы. Если у вас бафов каких-то нету, вы пишите не готов. Люксбург, что у тебя нет? Римбота за альянс. Сейчас поставлю. Поставил в центре римбота за альянс. А, нет, стоп, отмена ярда. Кто-нибудь альянс поставьте, римбота в центре. Привычка.
собственно, надо было ждать чека, чтобы сказать про ремонта. Если ты полистаешь повыше, ты увидишь, что я писал. Так, все, давайте все, по позициям. Я надеюсь, что все починились. Ready check. Нет плейеровка по позициям. Квендель, смотри, где я стою. 3, 2, 1, пулем. Кастеры все сначала прошли, встали, заняли позицию. Залагал. А нет, нормально. Главное, сеттер сработает. Корчи. Бросок 8 секунд, приготовили. Бросок 3 секунды. Бросок. Да, колхоз, а зачем ты... А, ладно. Что, объясните? Не ханчишь. Али? Так, 42 против 44. Нормально. 35 миллионов. Ой, кость. Все нормально. 30. 27, 26. Стопнулись кастеры. Продолжаем кастер. Нет, стоп, стопнулись кастеры, у нас 23%. Продолжаем кастер. Восемь, семь, шесть, пять. Все нормально. Умер. Еще раз минусы, плюсы. Минусы слева, плюсы справа. Натурку пропейте. Натурку пропейте сейчас, да. Смотрим полярность. Минусы налево, плюсы направо. Оббегаем с правой стороны. Осторожно, не переагрить. От босса. Не надо стоять так близко к боссу. Блин, чуть-чуть назад, два шага. Тортик можешь сорвать из трубы. Смотрим полярность. 7 секунд. Полярность 3. 2. Полярность смотрим. Перебежаем. Полярность здесь. Маги, скорчи. Полярность. Так, кто-то неправильно пробежал или долго бежит. Не делайте. Кто-то, походу, не там стоит. Нет. Если бы стоял неправильно, то уже бы умер. Не он, видимо, зафакапился. Я смотрю, он, где он лежит. Полярность. Советую вам брать более широкий радиус, когда вы бежите направо, потому что иногда люди там тотальную хрень делают и пробегают. Я тут, лист. Есть слот? Слот есть, мы еще босса убиваем. Радиус? Да. Но проблемка есть, мне через полчаса надо будет ехать. Тогда просто не парься. Полярность. Да, там кто-то зафакапился. Не мешай сейчас, Влад. Нахуя ты, блядь, вот под руку говоришь? Хуй знает, кто-то мага всех убил. Потом пошел. Добивай. ШВ прожал, чтобы не сдох. Вообще не залетает. Полярность. Полярность okay. Закончилась. Плюсы могут посмотреть плут, минусы все в воду. Не, я хочу на трэш заскочить чисто. Чистак упал, не лишний. Так, рассоситесь, бля, по платформе. И резайте народ.
сейчас, блин, тут Люрк, он сдохнет вместе с медсестрой или надамажит друг друга. ОПГ гном, ты понимаешь, что нельзя стоять рядом друг с другом? Не понимает. Идиот. Сейчас понял. Бит пошел на чистак. Зита 600 ДКП. Так, башка варовская. Дайте шапочку. Чистак богический. Ван шапка. Сорян, колхоз, потом получишь. Там спросили, перерыв? Да, сейчас перерыв. Геймченджер 1000 ДКП. Подожди, психолог, куда ты лезешь? Шапка Т3, ГЦ, Вандарх. Да, шапка Т3, ГЦ, Вандарх. Геймченджер. Спасибо. Тупые люди. У нас сейчас по ДКП уходит шапка, шапка, чистак. Геймченджер 1000 ДКП, ГЦ Геймченджер. Сколько перерыв будет? Вот теперь шапка Т3 пошла. В приор маги. Если магов нету, в приор пойдут у нас варлоки. К локам тоже вроде нормально. Ну, нет, приоритет маги, потому что у них нет Т2,5. Так, блядь, а нахуя это вообще... А, ну да, типа, варлоки там могут побидаться немножко. Так, ну тут и прист еще... А, у нас фейриган есть. Фейриган, у тебя шапка есть? Куда вы бидаетесь, блядь? У фейригана ЗГ 40 СПД и все. Ну окей, значит, ГЦ фейриган. Все, это последний маг у нас был без шапки. Дальше шапки будут у нас получать варлоки в перемешку с пристами. По очереди. Перерыв. Бля, ну сколько сделать? Давай немного, потому что я говорю, я хочу на трассе. Давайте это такой 15 минут перерыв. Ебать. Я говорю, забей. Идем на танцы. 15 минут перерыв. Так. Возьми соль, если место есть. А что? Зачем? Зачем мне тебя брать? Ну, чтобы место не пропадало. Прекрасно. А нахуя нам хил? Ты будешь ДПСить? Нет. Это так, ну, котом могу лапкой помахать. Да, нахуя ты мне на коте? 3% крита. Нахуя мне 2 кота? 2 раза по 3% крита. Они не стакаются. Ну, в 2 группы. Тебе некуда засовывать. Типа, если мы тебя засовываем в пати... Так, кто у нас там ушел, этот разбойник? И... Он... Где... Когда я зайду? Конамен, вроде, ух, логалс сказал, я буду смотреть. Да, да, да. Так, килл-килл. Отстань, Блад, я тебя не возьму. Иди, куда там тебе надо, через полчаса. А можно... Я хочу на трэш. Прекрасно. Блядь. Если ты хочешь на трэш, ты можешь пойти пофармить трэш с белугой. Пошли, если тебе прям так надо. Ну и все тогда. Сорян, но у нас прохождение рейда, а не выбивание шмота. А, да? Ну ладно. Подождешь, если тебе прям так надо. Я услышал тебя. Я все, что хотел, услышал. И все, иди нахуй. Сам иди нахуй. Так, Ханаман тут. Так, А я? Блять, Рикардо, тебе что надо? Мне надо что-то, танцев. Нека. Что тебе с танцев надо? Нека. А, тебе Нека нужно. Ну, еще с первого босса там это. Ну, я понял, Либрам. Короче, тебе сюда еще надо. Бляха-муха. Так, а Люрку, ну там, наверное, кусок какой-нибудь падает, да, с станции? Как? Ну я могу уйти, чё? Сиди, ты, блядь, один из трех престов, которые хилят. Не, я на замене говорю, могу. Я понимаю, а я тебе говорю, ты один из трех престов. Ну, сестра, чё ты охуел? Так, там падает пояс. Пояс нужен тебе на твоем Люрконе.
пояса нет, окей, значит, нужен. Так, а Рикардо что нужно? Когда маджахет на замену... Да, подожди, а это как у Рикардо нужны танцы, правильно понимаю? Рикардо нужны танцы босс. И первый босс, да. Ну, то есть первый и второй босс квартала. Понял. Давай, Рикардо, заходи, я тебя заинвайчу. Рикард, ты заходить будешь? Да, я у вас вон... Тул еще вернулся. Все, Тул вернулся, у вас будет тотем. Зайду с кордонов. Минуту или меньше. Так, кого тут все-таки можно посадить на замену, чтобы это было не проблемно? Так, Дон Фирме, давай на замену. Так, сколько у нас минут? 10? Да, 10 минут еще примерно. Рикардо, короче, можешь, да, уже присылать. Так, ну смотри, если ты мне сейчас кикаешь, я же в Наксе остаюсь, не так, надо будет опять кикать? Так, ты в Наксе остаешься, можешь заходить на мага и там чилить. Так, что у нас тут? Так, Тул, ты меня слышишь? Да-да. У тебя там с интернета все норм или это типа так? Да черт его знает, пока норм. Бля, хуёво просто. Ну ты там только один раз вроде вылетел вот на этом, на плюс-минус и всё. Это небольшая проблема, если будешь. Сейчас будет все норм, конечно. Так, давайте, я сейчас отошел. У нас 8 минут перерыв еще. А можно уточнить, после Накса будет УВЛ? Воскресенье. Это завтра же, скорее всего. Если сейчас такой день, то не будет. Завтра. Это кто, Хайхо спрашивал? Да, да. Мне просто кто-то сегодня писал, что сегодня... Нет, сегодня точно не будет. Нет, может, сегодня, но не у нас. Медсестра мне писала его. Нет, нет. Да я ошибся завтра. Все, все, понял. А сегодня будет что-нибудь после Накса? Пиво и шашлык будет. Отдых. А может, на Аниксию? Не, на Аниксию можно. Ну, кстати, да. Давайте сходим, будет. Пожалуйста. Умоляю. Ну, он ящерицу дергает за хвост. Да, в принципе, и сами можем собрать. Танки есть. Интересно. Это уже ближе после Накс надо. А сколько примерно ран в Накс? По времени. Накс еще где-то, ну, часа полтора. Час 15 еще. Ты уже засыпаешь? У тебя сколько от Москвы разница? Хихо, тут? Да-да, я тут. Это тебе вопрос задают. Так я из Москвы. А. Питанист? Да, есть такое.
Мину или Синью? Пока что Джун. Так, ребятки, я тут. У нас перерыв еще 5 минут, если что. А Джун? Насколько Джун? Я на Тадиусе нужен был? Нет. Отлично, я поэтому в магазин смог сходить. Что ты там, писюнов накупил резиновых? Почему резиновых? Кожаных. Самых настоящих. Странно, что ты после спросил, а не до. Почта есть, да, давайте, 3, 2, 1, поставил почту. Уже заходить? Уже пул? Нет. Просто вдруг там кто-то хочет поставить почту еще со мной, я поэтому отчет даю. Вдруг там, стой, не ставь, я уже поставил, скажу. Поэтому, правда, я еще поставил. Thank you.